Магион КШП. В этом видео про Black Ops Cold War мы поговорим о директоре Реквиема, его тайных манипуляциях, вновь о Казимире Зыкове и о том, что нас ждет в ближайшем будущем в истории темного эфира. Но перед тем, как мы начнем, хочу напомнить, что вы можете поддержать меня и мой канал рублем по ссылке в описании, оставив мне супер спасибо или оформив спонсорскую подписку, которая также вам откроет доступ к целой куче крутых бонусов. Подробнее о них по кнопке под видео. В ночь на 15 декабря 1985 года была проведена операция «Иссечение», или же операция «Изъятие». В ходе нее Реквием должен был заполучить в свои ряды 8 ученых из Омеги, которые располагали важными сведениями касаемо разработок Омеги вроде инверсионных боеголовок и красных солдатов, а также группу лиц, которая обладала важными, на их взгляд, сведениями о Валентиновой. Однако, как выяснил Реквием, самым ценным перебежчиком была Наталья Жарко, которая смогла разработать нейтрализатор эфирия. Это устройство, которое позволяет очищать воздух от частиц эфирия и препятствовать их воздействию на людей. Жаркова же хотела бежать, чтобы передать свои разработки Реквиему. Однако вся эта операция накрылась медным тазом. Ученых буквально иссекли, а ударную группу Реквиема захватила Омега и промариновала почти 2 месяца, после чего отправила в Берлин разгребать пакости Валентиновой. Подробнее об этом мы говорили в прошлом видео по Mauer der Toten. И пока все это происходило, Реквием смог захватить все-таки чертежи нейтрализатора эфирия и начать разработку своего аналога. И говоря о разработках, Штраус и Грей тем временем занимались разработкой экспериментальных устройств, энергетического оружия под названием «Центральный репитер бинарного резервирования», сокращенно Цербер, и боевого робота по имени Клаус. Оба эти проекта одобрил и инициировал директор, не сказав, зачем ему это на самом деле нужно. Прогресс по этим проектам шел с переменным успехом, и работать предстояло еще порядка 6 месяцев. Но тут ситуация в Берлине начала набирать обороты. Один из сотрудников западно-берлинского подразделения ЦРУ, агент Рико, обнаружил в одном из тайников, которые использовались для связи с внешними агентами, секретные документы с подробным описанием некоего проекта «Янус», которые принадлежали неизвестному ему подразделению ЦРУ «Реквием». Рико уже попытался найти информацию об этом на серверах ЦРУ, но у него не оказалось доступа. И поэтому он связался со своим контактом в управлении в США и попросил его выяснить все, что можно. Об этом всем, конечно же, узнал сам директор Реквиема и незамедлительно решил разобраться с этими любопытными варварами из Берлина. Он в кратчайшие сроки решил реализовать план, который готовился задолго до этого, внеся в него корректировки. Директор, предварительно отстранив от работы Уивера и Карвера, решил разобраться с проблемой в лице Валентиновой «своими силами», в кавычках. Для этого он в срочном порядке изъял все разработки Штрауса и Грей, доделал их самостоятельно, упаковал и отправил в берлинское подразделение ЦРУ. Из особенно интересных доработок, которые он реализовал, это искусственный интеллект, который он встроил в Цербер. Директор на протяжении 3 месяцев втайне записывал голоса Грей, Штрауса и Карвера, после чего обучил синтезатор голоса и искусственный интеллект копировать характер и голоса этих троих, после чего вшил все это в Цербер. Отставить панику, солдат! Я ЦРБР! Друзья называют меня Цербером, но ты не из их числа. Что ж, теперь я у тебя, значит, мы оба в хороших руках. В Берлине же агент Рико очень сильно удивился, когда спустя 2 недели после его запроса на тему существования Реквиема, он получил от них целую посылку с роботом и оружием, их чертежами и инструкцией по обращению со всем этим. Робота они включили, настроили, но ничего не произошло. Однако на следующий день агент Рико обнаружил, что этот Клаус задушил его коллегу во сне. После этого, к сожалению, робота отключили от сети, но слава тебе, Господи, у него оказалась батарейка, благодаря которой он смог в последующие несколько дней уничтожить перехваченные документы и убить еще несколько агентов ЦРУ по приказу директора. Тем временем агент Реквиема Генрих Майер, который уже долгое время приглядывает за Валентиновой в Берлине, смог эвакуировать мирных жителей из центра Берлина, заявив, что там был найден и распылен токсичный газ, который оставили немцы во времена Второй мировой. А еще по приказу директора он стал заниматься созданием новой
новой инверсионной боеголовки. Ядерный боеприпас оставили агенту Рико, который должен был передать ее связному Майера, но к тому моменту в Берлин уже из темного эфира попал Мегатон, который тут же отправился искать вкусненький уран и нашел его у агента Рико. В итоге все агенты ЦРУ оказались мертвы, боеприпас разоружен, а Мегатон вернулся в темный эфир с украденным ураном. После того, как Майер потерял связь с Рико, он признал план провалившимся и слинял из Берлина. В это время туда уже подоспел Кравченко, который высадил ударную группу и заставил их убить Валентинову, собрать инверсионную боеголовку и запечатать портал в темный эфир. И не важно, что план им пришлось додумывать по ходу и импровизировать, когда дело дошло до инверсионной боеголовки. Главное, что Омега оказала им непосильную помощь. Ну а то, что она была моральной, мы пока что опустим. Так вот, когда все было готово и оставалось лишь запечатать портал, стало ясно, что директор Реквиема позаботился обо всем. Он отправил Клауса не только чтобы замести следы, но еще и пожертвовать собой, отправившись в темный эфир вместе с инверсионкой. Также он смог предоставить оперативникам оружие Цербер, без которого победить Валентинову им вряд ли бы удалось. Короче говоря, все, что оперативники Реквиема сделали на карте, подстроил этот безумный директор. А когда в конце Саманта спасла оперативников от Кравченко, телепортировав их к себе, директор, наблюдая за всем этим, делал заметки о том, что происходит буквально так, будто бы он все спланировал заранее в деталях. Даже то, что сделала Саманта. Он отметил, что Валентинова не является больше проблемой, а вот Саманта является новой угрозой и может помешать развитию проекта Янус. Ну а о том, что такое Янус, мы, кстати, поговорим в одном из следующих видео, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его, оно будет интересным. Короче говоря, планы директора поистине детально продуманы и безумны. И да, на тот факт, что он безумный, указывает его также недавний поступок. В декабре 84 года в Джорджии на пейнтбольном полигоне открылся новый прорыв. Его удалось сдержать группе 20-летних студентов, которые по стечению обстоятельств просто практиковались на стрельбище в это самое время. И директор, вопреки рекомендациям Уивера о том, что этих подростков лучше наградить и взять с них подписку о неразглашении, накачал их наркотиками, разбросал также их по всему полигону и натравил на них полицию, чтобы скрыть факт прорыва, замаскировав его под нападение наркоманов на местных жителей. Но это ладно, вернемся к Мауэрдер Тоттен. Назревает вопрос. Откуда эта штабная крыса знала о том, что произойдет? Почему он действовал втайне от всех и манипулировал окружающими? И откуда у него достаточные познания в инженерии, программировании и работе с эфирием, чтобы завершить изобретение Штрауса и Грей? В конце концов, все эти вопросы сводятся к одному. Кто такой директор Реквиема? Я думаю, что ответ на этот вопрос не заставит себя долго ждать. И говоря о будущем, история далее будет развиваться в Алжире, где за полгода до событий Мауэрдер Тоттен, один из сотрудников КГБ, Виктор Крупин, находившийся под прикрытием в роли местного нефтяника, обнаружил открывшийся прорыв. Остальные работники превратились в зомби, а он заперся на радиостанции. На его запрос эвакуации местные ответили отказом, а посему он обратился к своему однокашнику, Гореву, который по интересному стечению обстоятельств, как вы знаете, является сотрудником Омеги. Последний по описанию сразу смехнул, что к чему, и отправился с отрядом в Алжир. Прибыв на радиостанцию, он обнаружил там дневник Крупина, в котором он описывал то, как открылся прорыв, и что он видел сквозь трещину другой мир, откуда вышел солдат в советской форме 40-х годов, и позвал его с собой. Крупин последовал за видением в темный эфир. Горев же отметил, что описание этого призрака очень похоже на так называемые эхо. С этим эхо, по его данным, также сталкивался доктор Пэк. Ну а теперь в этой зоне в Алжире, судя по всему, образовалась огромная зона нашествия, и туда отправляются наши оперативники. Но вот вопрос, получается, что Зыков создает прорывы, сводит людей с ума и заманивает их в темный эфир. Только почему одних людей он просит помочь ему оттуда выбраться, а других заманивает сквозь порталы, которые сам и открывает? Ну и да, я думаю, что спорить с тем, что Зыков — это не отверженный, никто не будет.
Но какие тогда у него цели? Думаю, об этом мы тоже узнаем в скором времени. Ну а на этом у меня пока все. Что ж, ну а если вы досмотрели видео до конца, то оцените его. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео по Call of Duty Zombies. И можете также ударить в колокольчик, чтобы увидеть эти видео первыми. Ну а всех вас я благодарю за просмотр и отдельное спасибо выражаю спонсорам моего канала. И под конец также напомню, что вы можете отблагодарить меня за старание рублем по ссылке в описании. Ну а у микрофона был, как всегда, я, Эльдар Романов. До скорой встречи в ближайшем будущем.